Авиасимулятор с виртуальной реальностью. Модель исполнена в виде вертолета. Корпус стеклопластик. Общая длина автомата 2 метра 50 сантиметров. Необходимая высота для беспрепятственного подъема 2 метра 40 сантиметров. Кабина установлена на трех линейных сервоприводах. Это позволит поднимать автомат, совершать наклоны влево, вправо, отклонять назад, наклонять вперед, а также совершать некие другие пикеты. Управление в игре и кабиной производится с помощью джойстика. Обзор с помощью шлема. Стреляем. Подбили танк. Джойстик многофункционален. В разных играх используются разные клавиши. Рассмотрим установленные игры на автомате. На рабочем столе мы видим три папки. Папка Fly. Здесь 8 игр. Это те симуляции, где требуется управление джойстиком. Папка Interact. 11 игр. И папка VR. 72 игры. Это те игры, где не требуется управление. Игрок находится в кабине, в шлеме, автомат сам перемещается. Немного о настройках. В автомате предусмотрено множество настроек, как пользовательских, администратор и продавец, который скрывает какие-то лишние ненужные настройки для продавца и наоборот, так и настройки резкости управления джойстиком и им подобным. Давайте рассмотрим из интересных, это статистика. В данном разделе мы можем наблюдать все запуски автомата. Когда, сколько раз, какая игра запускалась. Выбираем статистику «Отобразить». Сейчас мы видим все запуски за 2022 год. Выбираем месяц, 10-й, «Отобразить». И видим конкретно, в какой день, сколько было запусков. В левом столбце отображаются все запуски. Дата, время, какая игра.